халқымның тарихы бин йылны кечем. Бойле йорт, бойле халқ ич телеф олмас. Бүгін ол ватанның сулары нече, бұл сулны ичкен чечеклер солмас. Әлбетте айны чечеклер біз яш несілміз. Біз ос ватанымызның тарихыны білмек керекміз. Ватанымыз ісе бізім көйлерімізден башлана. Бүгін тарих ізлері программасы ісе Бұйық Янкой көйіне йол ала. Әркез айуаннар жүйелі суарып кетеді. Бұл қараманымыз доғма Бұйық Янкой көйінден олған Юсуф Қартбабадыр. Оның балалығы айны құйының алдында олған евде кечкен. Афсос кешімді ойын шатлар олмаса да, Қартбаба бұл ерлеріні іч ұнутмай. Қомшы инсанларда хатрасындан чықмай. Құйында Тұртибірайым отырарды, колхозды запхоз еді. Әнеті Түрк Мұртқазы деген отырарды, плотник еді. Топалашыр дейдік, чобан еді. Тоқал пармақ сөйін дейдік, арабажы еді. Неби сөйін дейдік, дәрі чалы еді тойларда. Өзбекстандан чалып жүрді. Шындығы вақытта Бұйық Янкой көйі Ахмеджет районының Джинуби шарқ тарафында ерлеше. Меркезден 21 километр ұзақлықта бұлына. Көй дағларының етегінде ерлешіп, бір тарафтан Чатырдақ, екінші тарафындан есе Ахметек өзені кече. Ең яқын қомшы көйі есе 4 километр ұзақлықта ерлешкен Шумхай көйі сайла. Умераға есе не үшін көйінің ады бойле олған ақында тариф ете. Бұйық Ашамәлі дейлер. Ашамәлі бағана отырған еріміз Ашамәлі. Көп тұрдық, кемат көп болғанда. Сон үшін Бұйық Янкой қойылған. Бұйық Янкой дегені, Янкой енді аяқта бізге Бұйық деп, Бұйық Янкой. Мантыққа көре, әлбетте янында олған яңы көй манасына аңлатмақ мүмкін. Қараманымыз Умер аға есе 1930 сенесі бұ көйде дүнияға келе. Балалықтан тогерек четтегі қаяларының адларына біле. Мынау тастау дейді доғырмыздаған. Оны аяқтағаны алан дейді. Мынау туарлоба аяқта. Мен яқта Қошқая деген жер бар. Көй ақында бірінші мәліматлар 1600-1700 сенелерге айыт олып, қадияскер іштерінде көстеріле. Бұл ерлер Қырым халларының мирасы олып, қалғалыққа кірем. Қырымның камераль тарихлерінде есе юқары ве ашағы Бұйық Янкой көстеріле. 1778 сенесі Суворов мұнда келіп, ұрымларыны яшағанын да қайт ете. Езарғаны бағана ерде етті. Ташлар жоқ, текістенген ташын епісіне көткендер. Бұл ерлерден қоралар таш еді, жоқ. Қараманымыз шымды оз балалық азбарында бұлынып, тереклеріні сипап, кене қатыраға адала. Аранлар бар еді балабан, үйлер дөрт көз үй, кенәдеріне бір біремен кәм бар еді. Ағам оқып бергенде плотниклікке өсетеді бір кішкене комнатасы бар еді. Ағашының оғыраша еді, плотниклік. Яп ойнап, білсе-білмесе, шөн етеді. Умер Қарбабаның сөзлеріне көре, азбарда балабан бір жевіз терегі олған, ве алмалар да бұй ерде бар екен. Амма шымды евден ғайры тек жевізлер осе. Бабам кечінген сон, арабас қалды, түтін ташыдым, мектептін ташадым, екінші доқы едім. Мектепке бармайым, түтін ташыйым, түтін арам бар. Қызлар сепетін көтері өзімен тұк арабан айдайым. Түтін ап келем, түтін аранға. Анам түтін тізеді, барып яңына отырам. Мектепке оқымадым, бірінші класқа барған едім. Яқшы оқыған үшін қалдым, бірінші класта. Шома екіншіге, бір елден кейін екіншіге бардым, оны да ташадым, оқығаным жоқтап. Көйінің қаялар етегінде кешкен тыйын чаятыны дженг бозам. Көйге есе немселер кірелер. Инсанлар башқа ерлерге көчіріліп, көй яқылам. Қырғы күн сенесі немселер біздің темпір Ахметке барып ташады. Ахметке барып ташады, клубның янына кем үй тапса сой-сопы ап кетті. Біздің бір сойымыз шықты да, 4-й ел
Dayım, Mustafa dayım bunda geldi arabanı. Agarat saç, çıkaran agarat saçtılar dedi. Kim? Çıkaran adamlar agarat saçtı bu okulda. 17. Mayıs'ta ben abettin kaçıp gittim bir yerden. Ahmetçik'e. Emce babamların kebardım. Karanlıda, cayav, yalan ayak, yalan baş. Saldatlar gelip bakır çakır kılıp maşineye çıkardılar. Ama vagonga var, maşineyle vagonu kapattılar. Şunun, bilmeyeyim, bir sotka mı, yarım sotka durduk, çünkü ettik. Begavat şarige, 26 gün degende Begavat şarige düştük. Neticede yaş Umer ağa balалыгынан бабасыз кала. Сүргүнлүк вактында о башка жерден чыгарылса, ана ве кардашлары дигер жерден кетирилип, бир-бирлерин жоялар. Өзбекстанга сүргүн этилген яш огланчык эсе бир тилим өтмөккө муктаж ола. Бир айча жүрдүм жерде окулуп, сен Беговатта айналып келейин деп чыктым Беговатка. Bir yerge girsem çaykhana iken. Bakıp duruyordum, kim bir parça ötmek veredi dep. Bir çaykhanacı çakırdı beni, kemin dedi. Vardım, ekilerini kopka verdi, su ap geldi. Çok varıp su ap geldim. Son bir parça ötmek teminen, bir kişine çaynıkta çay verdi. Oturup aşağıdım da, son aittim ağa, ketmeyin de dedi. Şimdi yatıverdi. Yakşı dedim. Şeyin, akşam kırtılıp getirdim üstümden. Çaykhananın içinde özüm yatam. Sabah gele, suğumu alıp geliyorum, sep duram. Azvarlarda su. Çaynıklarını içtirem, boş çaynıklarını. 5-6 gün girgen son. Bir milise geldi. Çaykhananın içinden ulaf etti. Ne ulaf etti bilmeyeyim. Ben kolumdan tutaldı gitti. Kayda barasın, kayda barasın. Ben ne yaptım ben onu desem. Детдомга барамын сен деди. Караманыбыздын жүрөгүндө ич бир вакыт ватан дуйгусу сон мейип, 1972 сенеси Кырымны зиярет эди. Амма чок жылдар кечкен соң мында жакын көлдөрдөн эв ала. Аны чешме анау карьерин жанында чешме дийди. Турбачыктан суу акайды, краны жок эле. Чон чешме дийдик. Бир жерде куй болгон. Биздин куйубуз мына бир жерде бир жерде эди. Көп киши бизден суу алып кетеди коңшулар. Анау айвандарга жолдо эди окуй. Айвандарга суу бередилер. Караманыбыз яш болганда тойлорго бармакны пек авес эткен. Тойлорду иштедим, мен кара сууга тойго да бардым. Долууга ойнодум. Ойнай, той алмадым, чарсын бойладым. Тойлорду айтып иштедим кичкене бас. Четте туруп Şimdi Kartbaba er yıl oz oğullarınen bu yerge gelip, tarihi ana koyunen ballarını tanış ete. No, babam pastayana aytıp tura, büyük yankoy, nas bolgan, nas koygan, nas edip, Simpropolge barıp keleydik dedi, arabanın izveska kete, izveska al barayım, ili ketireydilerim, bunda yasaydım. Babasını, Kartbabamızın barıp bandı, Satıp келейкен, нан продуктылар кетирейкен Сибирге барып. Элбетте бу инсанлар өз кой тарихынан меракланып, тамыр жерлерин зиярет этелер. Ер йылы августтун башында келейк. Ер выходной август башы, насрас кеси. Мы келемиз мезалыкта. Я окуп, сонда отурабыз жебиздердин тубунда, сонда кеп суу ичейдик. Karan oturup geteydik. Başta adamlar toplaşaydı. Başta adamlar yok, uca kalmadı. Koruşuğa kemiği, koruşuğa boleydi, yer eyle. Geri şu aşağıda ceviz tubunda. Anda sen yer var, anda oturma. Adamlar aşmaş pişireydi başta. Hepsini korumaya istiyemiz, kardeşim. Koydaşların. Vazmoşun yok mu olar kemiğe, bilmem adamlar. Yan koylar. Анда сырана яш балдар да бардыр уларында. Эпсе таркалып кеткен уже ян койлар. Мында жашаган адамдар. Кимери бар, кимери жок, аягына Алла билет. 1805 сенесинде Ахмечет районунун висекаларына көре буюк ян койде
247 азбарда 790 инсан яшаганы кайт этилем. Эң мераклысы бутун ияли кырым татарлар олганлар. 1913 сенеси эсте мында кырым татар мектеби курулганы тарихлене. Тарихны севген инсанлардан бирисы бу шындыки буюк Янкойнун сакинлеринден бирисы София ханымдыр. Кардана 1941 сенеси Акмечетте дүйнөгө келип, хурбетликтен кайтканда бу койну сечем. Это село до войны было самое большое село. 720 было поселение хозяйств. Вот там сейчас где Карир, там было греческое поселение 9 семей. И в одну, и когда началась война, партизаны, селение помогало партизанам, и в одну ночь зимой, в декабре месяце, это село сожгли. Кто куда ушел, раздетые, а не обутые ночью, это село все сожгли дотла. Вот там у нас наверху была мечеть, что такие там красивые камни, мечеть, но его потом взорвали, после войны его взорвали. Вот в этой книге описывается, что взорвали. Шымды еллар кечеп, элбетте халкымыз аяққа тұрып, торунларыны ана топрақта тербиелей. Ев алғанымыз жоқ. Отырдық квартирада добрыде. 8 жыл квартирада отырдық. Сон бір чәрі япып іште. Алдық на бұй ерін. Мұнында екі көзей бар еді, бұлар бір ше жоқ еді. Яваш, 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 мұны бұларын яптық. Шынчық добрыде балбан не құрыйміз, но қачан олажақ, алла бүгін. Шымды көй сәкендері үшін ең қиметлі ерлерден бірісі айны көй сайла. Природа чудная. Онда, ой, авасы бек яқшы. Если бы не карьерская пыль и не шум вот это по ночам, то было бы отлично, отлично. Особенно зимой, когда поднимешься вот на этот бугор, снег кругом, чистота, порядок. И также летом, весной. Вот отырған ерні яқшы. 1945 сенесі августның 21-інде Бұйық Янкой ады Мраморная адына чевірілі. Яңы көйде шымды есе 14 дәне ев бар. Бойлы гүзел ерлер ағында арзу еткен инсанлардан бірісі Светлана Александровнадыр. Мечтали жить в этой долине и 10 лет искали место такое, которое бы нам подходило. У мужа была аллергия на кипарис, мы приехали из Ялты. Вот здесь было все заросшее, заброшенный домик, но место очень красивое. И земля никуда не годная, камни кругом, руины, крысы, мыши. Мы закатили рукава, никогда не имели практики, потому что жили в городе. Начали потихонечку облагораживать здесь все. Посадили сад, клумбочки вот эти, овощи. Стали облагораживать землю. Завели альпийских козочек, коровку, курочку. В общем, маленькое свое хозяйство. Бу ерге келген эр бар инсан озы үчүн керекле гүзелликне яда тынчылыкны тапа биле. Авасы эсе айры бир дагынын мочизеси сайла. Теперь у мужа была опухоль третьей стадии. Врачи сказали, чтобы находить такое место, чтобы экологически чистые продукты ели, и козье молоко нужно было пить. И вот уже 9 лет, как у мужа нет никакого рака, никакой опухоли, кушаем только экологически чистые продукты. И теперь к нам стали люди приезжать, сами разработали вот этими руками, и Господь нам помог. И хлеб делать бездрожжевой, и сыр швейцарский из горных козочек альпийских уникальный. Вот, и молочко. В общем, очень красивая земля. Караманымызның азбары айры бір кішік девлет десек, яңылышмамыз. Мында ичкілер ве ев қараулаған көбектен ғайры балқұртлар да чалыша. И прилетела целая семья пчел на веточку. Мы не знали, кое-как бумажечкой обкурили их, собрали, и так мы завели большую пасеку теперь. Здесь уникальный мед, здесь дикие медоносы, вот, очень лечебный, экологически чистый мед. Поэтому мы и сами кушаем, и люди уже свои у нас есть, которые постоянно его берут. Потом вот мы тут и апидомик построили, тоже сон на пчелах, это уникальное лечение.
Люди приезжают и там находятся, там полностью организм исцеляется от всяких болезней. Вот эти ароматы, когда вкушаешь, жужжание пчел, вибрация вот это, вот нектар, прополис, мед, мы мед пчел не кормим сахаром, чистым нектар только, то, что они собирают. Здесь еще есть лавандовые поля сейчас у нас и уникальные горные травы. Бу ади одадегіл, бұ ерде тедавилеу үшлері алып барыла. Сіз бұ ерде ятсаңыз, сізнің астыңызда бал құртлар, бал нен оғырашалар. Бұ ятқаныңызда юрегіңіз светіншілікіні аласыңыз. Мен белесем, бұ ажайып бір шей. Апидомик, это там две лежанки, они расположены на ульях. Пчелы, конечно, не вылетают, там находится сеточка. Но запах, аромат идет в сам апидомик, и жужжание пчелы создают вибрацию. Вибрацию такой уравнивает человеческую вибрацию. То есть, если у меня произошел сбой, то пчелы как бы выравнивают эту вибрацию. Мне хватило 10 дней, чтобы без таблеток, без всяких лекарств избавиться от заболевания. Элбетте, эр бір топланылған тиби неметлер қонаға қойылып, мусафырлерні давет етем. Шуарада конен бағлы ерді азыр. Стая голубей в небесных сводах и чертогов горных красота. Светлана Александровнаның азбарында өскен тереклер, вегулер айны бір айлеви мұйытны ярата. Умумен бұтулле көй сәкеллері өз бұйық ян көй ақында ойланып, чоқ шелеріні яптылар. За 5 лет, как мы пришли сюда к общественной власти, сделано много. И указатель село, и остановка, и подсыпаются дороги, и детская площадка, детская горка, навес сделали, фонари горят. Раньше была свалка еще 6 лет назад. Весь мусор посередине села сваливали в одну свалку. Мы провели субботник, сейчас приезжает мусор, забирают мусорная машина каждую неделю. Так что облагораживаем. Если у кого-то есть на сердце, поддержите нас, чтобы наше село процветало. Әлбетте, япылған ішлерден ғайры планлар да бар. Қараманымызға сізні не ілхамландырам? Қайерден бөйле күшіні аласыңыз десем, яңы күн үшін таңрыға өз менедарлығымны білдіріп, топырақтан күшіні алам дей. Бөйле көйні севген инсанлардан бірісі Светлана Александровнаның қомшысы Татьяна Бавельскаядыр. Оның евы есе айры бір гүллер ве ешілліклер топламыдыр. Ходим в горы, у нас очень много трав растет, чабрец, начинается все с чабреца, вот, чабан-трава, это так назвали, когда в старину чабаны ходили, здесь очень много было овец, они в горы гоняли их пастись, и очень уставали, и рвали эту траву, и поэтому ее назвали чабан-трава, тонизирующая. Здесь очень много, тысячелистник. А земляника какая, грибы, трав очень много. Шалфей лекарственный, ну туда он выше в горы растет. Это ее еще называют царская трава. Очень-очень полезная. Душица тоже от простудных очень хорошая. И от сердца есть травы. И пастушья сумка. Очень много здесь трав. Здесь просто шаг шагнешь, и уже лечебная трава. Вот. Очень много людей приезжает, тоже собирают травы. И мы чай без травы не пьем. Просто это и вкусно, и ароматно, и полезно. Караманымыз айны көйге 7 ел эвел келіп, бұй евні сатып ала. Красота спасет мир. Именно не красота женщины, а красота природы, которую создал Бог. Вот чем мы спасаемся.
Кой сакинының бостанында ескі ев сайыплерінден қалған ерік терегі осе. Село древнее, село, ему очень много лет еще до войны. И здесь, как вот татары, которые здесь живут, они мне сказали, что такая слива, изюмерик, в Крыму осталась в 3-4 местах. У меня она в первозданном виде растет целая полоса. Это просто она лечебная. Я как-то один раз вывезла ее продавать, так люди просто брали номер телефона и просили, когда вы еще привезете. И рассказывают, они сами рассказывают. Говорят, это просто лекарство. Особенно для пожилых людей. Это, говорит, просто лекарство. Это оно не привитое. Оно самое натуральное, первородное такая слива. Кой сакинлерінің эсас проблемлерінден бірісі бұл судыр. Ешілліклер үчін базы инсанлар яғмур суларыны топласалар, базылары есе құйынен үш көрелер. Сейчас мы тоже добились, опять же, инициативной группой, добились, чтобы нам с карьера привозили воду, аянскую воду, и нам привозят. Но своей природной воды единицы колодцы, у которых есть вода. Ну, мы грешим тоже на то, что это карьер делает взрывы. И старожилы так говорят, что раньше во всех колодцах была вода. Вот. Когда активизировалась работа на карьере, пропала вода в колодцах. Ну вот привозят. У меня вот построила я два водоема, и с крыш собирается вода, не пропадает ни одна капля, вот этим мы спасаемся. Вот. Ну и вот карьер помогает в этом, конечно. Бу буюк Янкой Кой ақында белі қырым татар археологы Аскольд Шипинский бөле сөзлерін айта. Умумен Кой тас тауы дағларының етегінде Чадырдағының шымали ғар тарафында ерлешіп, түрлі абиделерге байдыр. Ондан ғайры бұ ерде палеолит дәуіріне айт объектлеріні де тапмақ мүмкін. Бөле объектілерден бірісі олған қойның алдында ерлешкен мермер қобасыдыр. Мұнда келген инсанлар айны бір мөджизеви тарихи гүзелікнен таныш олалар. Бұйық Янкой қой сәкенлері өз көйлеріні абаданлаштырып, бек севелер. Мұнда аз иәлі олса да, олар бір қорантадырлар. Бұй инсанларының софралары есе ер вақыт толы олып, сызны мұсафырлікте беклейлер. Подними глаза свои, ты лазурь небесную, будет радость впереди, будет жизнь чудесная, будет радость впереди, будет жизнь чудесная, небеса, небеса, небеса. Бүгін біз сізлерге Бұйық Янкой Кой ақында тарих еттік. Егер де сіз өз қойыңыз мен пайлашмаға істесеңіз, бізге мұрадят етіңіз. Чүнкі біздің ана ватанымыз өз қойларымызден башлана.